Труд этой профессии люди зачастую принимают как должное. И как часто сетуют медицинские сестры, больные теряют грань между действительно необходимой помощью и прислугой. Конечно, в больнице не кладут здоровых людей, а где боль, там страдания, которые люди переносят по-разному. Здесь и проверяются гуманность и терпение, качество, дополняющие профессионализм медсестры. Те, кто все свое рабочее время уделяет пациентам, их здоровью и комфорту, сегодня сами в центре внимания. В 21 раз медсестры всей страны отмечают свой профессиональный праздник. В этот замечательный день, поверьте, мне хочется поздравить вас с этим замечательным днем, 12 мая, днем медицинских сестер. Пожелать вам здоровья, пожелать вам благополучия, счастья в семьях ваших, потому что, как правило, это те люди, которые единственные в вашей жизни, скорее всего, обделены вашим вниманием. День медицинской сестры совпал с еще одной датой. 15 лет исполнилась профессиональной ассоциации медицинских сестер Кузбасса. У представительниц этого тяжелого ремесла есть свое профессиональное сообщество, а значит, авторитет медсестры с каждым годом растет среди армии медработников. Это очень тяжелая работа, очень тяжелая работа. Вы знаете, я настолько рада, что сейчас происходят изменения, что перестали сестру называть помощником врача, наконец-то стали называть медсестру помощником пациента, потому что именно сестра помогает пациенту и в послеоперационном периоде, и в плане профилактики, и в плане реабилитации. Ни один уважающий себя врач не скажет: «Я сделал это один». Сделал он только рядом с хорошей сестрой. Та, которая была с ним в операционной, та, которая потом выхаживала этого больного. Очень много зависит от профессионального ухода. Представительницы профессии получили заслуженные награды. В числе лучших оказались почти 60 медицинских сестер из Ленинска-Кузнецкого, которые были отмечены за профессионализм, долголетний добросовестный труд и преданность профессии.